Так, сколько нам до Бобриной реки? Вот, смотрите, показываю. Вот мы находимся here. И вот так вот нам идти до Beaver Creek. Ага, ну да, там не показано сколько. Ну, пойдемте. Ну, это нормально, я думаю, идти. Ну, нет, не так уж много, я думаю. Молодцы, посохи все взяли и идут. Раз Моисей, два Моисей, три Моисей, четыре Моисей. Ого. Это уже в что-то немецкое. Где мы были, продавались такие посохи лакированные. Не кормите медведи. И здесь королевская горная змея. Так что будьте осторожны. Реально, давайте будем отслеживать. Она под водой водится, эта змея? Надо королевские почитать. Горные змеи, одни из самых первитных змей в мире. Так что будем аккуратны. Да, кстати. Змеи. Добро пожаловать в Calaveras Victory Южный парк. Южный парк. Итак, прогулочная, проселочная дорога до... Бобрового жилья 0,7 миль. Или? Километрик. Вот они, столы нам. Барбекю мы уже перекусили. Чувствуем себя прекрасно. Шикарнейшая погода, свежий воздух. Мы идем ловить бобров. Quick critters. А, это то, что здесь водится. Смотрят. О, вау. А вон они их поймали, смотри, с другой стороны. Это называется ручейник. Сейчас начинается программа для детей? Да, сейчас, вот сказали. Начинается программа и приглашают. Иди, подойди, Алексей. Хорошо. А, они должны будут ловить жучков, по-видимому. И смотреть, какие это жуки, да-да-да. Я сказала, если дети понимают по-английски, я говорю, Маша понимает, она будет пускать тогда в программе. Вон, видишь, уже что-то поймали, девчонки. Это называется ручейник. Yes. All right, I'm going to do a real short talk. All right, we're going to get together. Смотрите, сколько здесь фауны и флоры. Все. Защита природы. Какие программы для детей проводят? Так. О, дальше, дальше, дальше она просит, дальше. Не, не рядом с берегом, подальше. Нету. Нету. Думаю, они под камнем. Ну, они их сначала поймали, а для того, чтобы рыбки кушали что-то, то они назад их опускают. Переворачивай, переворачивай. Да, бабушки. Вода, кстати, не холодная. Не холодная, нет. Don't cold. То есть такие программы делают для детей, чтобы прививать любовь к природе. Ну как ты себя чувствуешь, спасателем? Да, я себя чувствую. Ты ничего не поймали. Okay, we need to get that there. Which one? Yeah, your oldest son seems to be doing his own thing. Okay, we got it. Got it. Вот он, вот он, Дарис, видишь? О, я, right there. Ну что вы тут наловили? Ничего не ловлю, вообще никого нет. А я ручейника поймал. Яна! Ну вот такие твари калифорнийские. Здесь прям рядом с людьми. Угу. Шикарно вообще здесь.
Ну вот, Алекс впервые увидел американку, калифорнийку, коренную, а она увидела сибиряка сегодня и удивилась. Сказала, никогда в жизни никого не встречала из Сибири. Вот такие. Все здесь, все Сибири. Смотрите на нас. Любуйтесь. Ну что, Артем, пару слов о жизни, о Калифорнии. Штат хороший. Но не все так однозначно, как может показаться на первый взгляд. За все надо платить в этой жизни. Если цена не была, если вам кажется, что еще не заплатил тот человек, значит цена будет позже уплачена. А если вам кажется, что он шикарно живет, значит цена была заплачена. Поэтому... Калифорнийская мудрость, я хочу сказать. Рая на земле нет. Представляешь, мы думали, смотри, что вот, мы нашли, думали, вот это крыжовник. А посмотри, вот. Какие шипы. Ой-ой-ой, как колется. Ой, смотрите. Очень колючий. Невероятно. О, да, он прям очень колючий. Ну, я вижу, да. Обратите внимание, деревья там внизу, они пронумерованы. 138. Это что? 8. Да. Ой, 138. Ага. 138 дерево, привет! Мы идем 139-му. Ну, оно, наверное, под наблюдением находится, за ним наблюдают. Посмотрите, я думала, это крыжовник. Вы где были? Так. Еще одно падающее дерево. Опять мы, оно как, новенькое. Мы как любители следопыты. Смотри, что. Это какие-то карьеры. Наверное, есть. Любители следопыты. Сыр-косичка, да? Сыр-косичка. Так, получилось. Знаете, есть такая поговорка. Какая? Скрученное дерево живет своей жизнью, а прямое дерево идет на доски. О, опять ручей. У кого-то другой ручей. Вау, водопад. Мне нравится шум водопада. Смотрите, как переливаются камни. Вау, какая красота.